Приветствую вас, мои дорогие возлюбленные, о Господе, братья и сестры. Хочу поделиться с вами такой интересной историей, на мой взгляд, из моей жизни. Кому-то будет, может быть, даже и полезно. Я буквально вчера вечером немножко так повздорил с хозяйкой, где снимаю комнату, жилье. И в итоге получилось так, что эту ночь я спал на полу. Вы знаете, я лежу на полу, кусается какая-то мошкара, сквознячок дует по полу. И вот тут запах старого половика натолкнул меня на мысль. Вот телу дискомфортно. И что вот что-то не стыкуется, телу дискомфортно, а в душе спокойно. Ни злобы, ничего нету. И я стал рассуждать. Почти всю ночь не спал, но поделюсь с вами мыслями. Я думаю, а что такое норма? Ведь святые отцы, аскеты особенно, спали на досках, на камнях. Аскетизм – это такой духовный подвиг, когда святые отцы, в частности, смиряли свое тело для спасения души. Ну, кто-то вериги носил, кто-то столпничество занимался. Ну, хорошо, я-то не святой, но вспоминаю в тот же самый момент, что есть люди в Африке, Индии, Японии, в Китае, которые тоже в каких-то таких очень бедных деревушках живут и тоже спят на полу. И для них это норма. Знаете, вот этот момент, когда человек выходит из зоны комфорта, когда у него такая немножко шоковая ситуация, мозг начинает работать по-другому. Но для святых отцов такое общежительство или свой личный подвиг – это была норма. А для обычного человека это не норма, это что-то такое сверхъестественное. Для кого-то, как в Африке, вот недавно видел, норма, к сожалению, вместо хлеба есть глиняные лепешки. И для них то, что мы едим нормальную пищу, мясо, мы считаемся богатыми. Для нас богатые это те, которые, ну не знаю, там омаров едят, трюфеля, там черную икру. Они богаты. Но самый удивительный момент, что чаще всего бедные являются богатыми и счастливыми. Парадокс. И я задумался, а в чем же самая главная норма? А самая главная норма, когда, что бы у тебя ни было, или нуждающийся ты, или богатый, норма – это чтобы у тебя в душе был мир, невзирая на твои внешние обстоятельства. И даже если максимум ты вышел из зоны своего комфорта, или какая-то немощь пришла в твою жизнь, у тебя все равно в душе спокойствие, потому что ты с Богом. А бывает наоборот, у тебя тоже все есть, а в душе ад. Вот норма. Норма – это самое главное – быть свободным в Боге. И лежа опять на этом половике со старым запахом, я понимаю, что я свободен и мне хорошо. Неудобно, ну и Бог с ним, зато с Богом. И не злись я, и все хорошо. Я вам тоже желаю такой нормы, чтобы у вас было спокойствие души. Храни Господь.